Всем привет! На интернет-платформе ТВЦ выходит новый сериал под названием «Участок номер 13. Здравствуй, папа». Наташа и Аня попали в небольшой городок Лись-Егорськ по федеральной программе «Участковые России». Наташа работает в полиции, Аня в поликлинике. Обе обладают пытливым умом и внимательны к деталям. Аня – одаренный диагност, а Наташа обладает талантом оказываться в самых опасных местах, куда только может занести участковую. Кроме детективных и медицинских случаев, Аню и Наташу объединяет тема сложных отношений с отцом, которая внезапно появляется в их жизни, и каждая из них снова чувствует себя ребенком, ведь только так можно по-настоящему повзрослеть. Примеры 4-серийного сериала «Участок номер 13. Здравствуй, папа» состоится 25 октября на интернет-платформе ТВЦ.